Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Определили концепцию и отсмотрели эскизы. В администрации Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной обсудили, как будет выглядеть будущий памятник специальной военной операции. Молодежный театр, большой зрительный зал и выставочное пространство. В столице региона начались работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». Работы летом, тепло зимой. В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. Социальная медицинская помощь и вопросы трудоустройства. В Самаре прошла встреча участников СВО и членов их семей с уполномоченным по правам человека. И суп, и закуска, и полноценный обед. Какими бывают виды окрошки и как сделать блюдо вкусным и полезным. В Москве в рамках форума «Российская креативная неделя» прошло заседание комиссии Государственного совета России по направлению культура, которое провел ее руководитель, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На обсуждение был вынесен вопрос сохранения и развития народных художественных промыслов России. В заседании приняли участие представители администрации президента, руководители федеральных и региональных органов власти, учреждений культуры и образования. Дмитрий Азаров отметил, что тема сохранения и развития народных художественных промыслов – актуальна для многих регионов нашей страны. Комиссия Госсовета готова к полному сотрудничеству и продвижению тех идей, которые позволят бережно, сохраняя культурное наследие, создавать новые креативные смыслы. В Самарской области продолжается работа по подготовке к выборам, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях области депутатов в представительные органы местного самоуправления. О ходе работы общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в этом году расскажет Галина Топилина. 1751 избирательный участок по всей Самарской области будет работать в дни голосования 8, 9, 10 сентября. Задача общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами – обеспечить каждый избирательный участок наблюдателями, которые будут следить за соблюдением закона на каждом этапе избирательной кампании. В процессе набора пула наблюдателей участвует Общественная палата Самарской области. Общественная палата, как вот выполняет свою миссию такого интегратора – людей, которые именно будут смотреть на то, чтобы выборы были честными, легитимными, прозрачными, результативными, чтобы, повторю, если какие-то были недоразумения, чтобы они были разрешены в законном порядке. Стать наблюдателями могут активные и инициативные жители Самарской области, достигшие 18 лет. В пул независимых общественных наблюдателей традиционно входят представители политических партий и общественных организаций Самарской области. Общественные организации, у них само название общественное, это общественность, которая не действует в интересах какого-то коммерческого бизнеса, не действует в интересах своего партийного кандидата. Поэтому привлечение именно общественности к наблюдению за выборами дает наиболее полную картину и прозрачности выборам, открытости выборам, честности. В рамках избирательной кампании этого года Общественной палатой Самарской области заключено соглашение с региональными отделениями 4 политических партий и с 15 общественными организациями о взаимодействии по реализации прав граждан на участие в наблюдении за проведением выборов. По словам президента Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерия Фомичева, посредством таких соглашений обеспечивается партнерское сотрудничество сторон не только по привлечению в пул наблюдателей людей из различных сфер общественной и политической жизни региона, но и по увеличению электоральной активности избирателей. Торгово-промышленная палата всегда активно участвует в избирательных процессах, независимо от партийной принадлежности, потому что бизнес работает с любыми партиями. И наша задача как раз именно активизировать бизнес-сообщество для участия в выборной кампании. Все наблюдатели проходят обучение. Семинары для наблюдателей стартовали в регионе в мае этого года. Обучение будет проводиться до начала самих выборов. За месяц начнет работать и горячая линия для избирателей, где можно будет оставить свои обращения, связанные с ходом избирательной кампании. А сейчас уже функционирует горячая линия для тех, кто желает стать наблюдателем. В состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в этом году вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.
В администрации Самары состоялось заседание организационного комитета, где обсудили итоги конкурса эскизов будущего памятника, посвященного специальной военной операции. Встреча прошла под руководством председателя Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области, главы города Елены Лапушкиной. Также в совещании приняли участие члены общественных палат города и области, представители ветеранских организаций, депутаты и историки. Напомню, 14 июня было объявлено о старте приема предложений эскизов, описаний и идей будущего памятника, чтобы в нем смогли принять участие все желающие самарцы и показать свое видение будущего мемориала. Тему продолжат наши корреспонденты. Облик будущего мемориального сооружения обсуждали в администрации города. Прошло уже второе заседание организационного комитета под руководством председателя Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области, главы Самары Елены Лапушкиной. Локация установки памятника определена. Мемориал возведут в Парке Победы. Мемориальный комплекс, скорее всего, будет масштабный. Место, не только сам парк, да, выбран сегодня, которое сейчас будет предложено скульпторам для дальнейшей доработки памятника. Из множества вариантов, которые предложили и жители региона, явными фаворитами стали три проекта. На одном из них художник изобразил памятник бойцу спецопераций, а позади расположилось сооружение, похожее на небольшой амфитеатр и пилоны с фотографиями. На них все то, за что сражаются защитники. Такая идея сопроводить памятник информационными стендами получила большой отклик от участников заседания. Однако, как было отмечено, если взять эту идею за основу, то необходимо более четко отразить специфику события. По мнению историков, участвующих в обсуждении, сейчас одним из главных символов спецопераций является сплочение, которое показывают все жители России. Работа предприятий, помощь волонтеров и просто неравнодушных людей. Колоссальная поддержка наших бойцов, которые отвечают на вызовы, стоящие перед лицом всей страны. Это, наверное, самый главный символ, который мы сейчас получили. Меняется наша страна как с внешней точки восприятия, так и с внутренней. Вот это действительно колоссальное изменение. Для меня самым важным символом сегодняшнего мероприятия является то, что мы готовы не ждать конца этих событий, а мы уже сейчас готовы поставить памятник. На конкурс, который проходил до 1 июля, самарцы и жители области прислали 17 заявок. В них представили эскизы, описание идей того, как, по мнению горожан, должен выглядеть первый памятник специальной военной операции. Теперь организационному комитету предстоит сформировать на основе присланных работ вариант мемориального комплекса. Дальше за дело возьмутся скульпторы, художники и архитекторы. Напомним, что ранее с просьбой установить памятник спецоперации жители региона обратились к губернатору Дмитрию Азарову. Он, в свою очередь, поручил властям Самары сформировать оргкомитет, который должен разработать концепцию и выбрать локацию для будущего сооружения. Мемориальное сооружение станет местом для встречи бойцов, их родных, близких и друзей, а также еще одним пунктом на туристической карте города. Андрей Бессонов, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Самаре подписано соглашение между филиалом Фонда «Защитники Отечества» и уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гольцовой. Это позволит оперативнее решать вопросы, с которыми в фонд обращаются ветераны, участники СВО и члены их семей. Подробности у корреспондентов событий. Ольга Гольцова не просто осматривает площадку, на которой находится филиал фонда «Защитники Отечества». Она беседует с каждым консультантом, задает вопросы, дает советы. Вот как вы считаете, что должно быть? Так, чтобы мы решали оперативно. Чтобы вопросы решались оперативно, было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом и уполномоченным по правам человека в Самарской области. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать все меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Ветераны и участники СВО приходят с вопросами по расторжению контрактов, оказанию медицинской помощи, установлению инвалидности, поступлению в вузы по квотам. Эти вопросы, они, конечно же, требуют разрешения в срочном порядке на уровне не только фонда, но и на уровне всех структур власти. С теми же вопросами к нам обращаются и участники СВО, и члены семьи. Вопросы, связанные и с возвращением из плена, вопросы, связанные и с получением инвалидности. Заключение соглашения позволит решать вопросы и проблемы гораздо оперативнее. Для фонда это одно из важнейших
направлений взаимодействия и сегодняшнее соглашение с уполномоченным по правам человека в Самарской области дает для наших ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших, всех ребят, которые обращаются на территорию фонда, открывает гораздо большие возможности. После церемонии подписания соглашения Ольга Гольцова совместно с представителями федеральных и региональных органов власти провела прием участников СВО и членов их семей. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону. Этим летом работами охвачено 18 объектов. На двух из них уже ремонт завершился – на улице Шостаковича и на пересечении Льва Толстого и Самарской. Дальнейшие задачи обсудили на заседании профильного штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Подготовка к зиме идет в штатном режиме. Уже близки к завершению работы на Волжском проспекте. В пятницу там должны приступить к заделке вскрытия, после чего уже откроют движение. Мною поставлена задача по центральной части города, чтобы мы все объекты, Волжский, это вопрос Алексея Толстого, два участка, это улица Куйбышева от площади Революции до Некрасовской, чтобы мы к 1 августа ушли из центральной части города в этом вопросе. Ну, пока идут, подчеркиваю, штатно. На эти выходные мы закрываем перекресток по Пионерской и Алексея Толстого. Мы закрываем по Вольской и Каховской. У нас будет закрытие, будет выгорожена часть улицы Ленинградской с пересечением с улицы Куйбышева. Плюс будет одна полоса, которая идет по улице Нововокзальной от Старой Загоры в сторону Карла Маркса. Одна полоса тоже будет выгорожена. Там закольцовка будет производиться по газу высокого давления. Восстанавливают былое величие знаменитых слонов. В Самаре продолжается реставрация дачи Головкина. Часть особняка уже предстает в обновленном виде с оригинальной лепниной на стенах. Ход работ оценил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Кроме того, парламентарий осмотрел работы и на другом значимом для города объекте. Здание фабрики кухни готовит к открытию филиала Третьяковской галереи. В каком состоянии сейчас эти уникальные строения, расскажем далее. По одной башне дачи купца Головкина уже сейчас можно сделать представление, как будет выглядеть весь особняк после реставрации. Рабочие практически завершили восстановление фасада одной части здания. Там же уже установили и уникальную лепнину. Специалисты продолжают внешние работы и укрепление перегородок и стен внутри здания, после чего приступят к устройству коммуникаций. Со следующей недели приступим к инженерным сетям. И также в течение, наверное, июля месяца мы уже начнем заниматься наружными сетями. Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, ливневой канализации и хозбытовой канализации. В принципе, все вопросы, которые возникают, мы их совместно с авторами проекта и техническим надзором со стороны заказчика успешно решаем. В следующем году проведут и благоустройство склона к Волге, сделают лестницы с зонами отдыха к пляжу и откроют вид на знаменитых слонов с воды. На берегу поставят дебаркадер с рестораном, который будет украшен в едином стиле с особняком. Внутри здания будут открыты несколько конференц-залов, коворкинг-центры, музейные комнаты и творческие мастерские. Также депутат Александр Хинштейн надеется, что будет восстановлена давняя традиция среди самарских молодоженов. Хочу возродить добрую традицию, которая много лет была в Самаре, до этого в Куйбышево, когда молодожены приезжают сразу после ЗАГСа сюда и здесь фотографируются. Со всеми ЗАГСами мы проработаем, и такая возможность для наших молодоженов будет предоставлена. И много новых семей будет у себя потом в памяти хранить сделанные здесь фотографии как первую точку, первый шаг в начале их совместной жизни. Еще один уникальный объект – здание фабрики кухни. Здесь реставрацию планируют закончить к концу лета. Обновление фасада здания завершили. Сейчас активные работы ведут во внутреннем дворике, где благоустраивают территорию. Внутри восстанавливают внешний вид лестничных пролетов и проводят отделку помещений. Завершают монтаж дверных конструкций. Реставраторы отмечают, что проводить работы в таком особенном здании – большая честь. Объект очень интересный с точки зрения реставрации. Он такой очень конструктивный, потому что когда мы стали реставрировать здесь фактически нету своего кирпича. Здесь кирпич весь, он был привезен с разрушенных объектов 20-е годы, и из него была сооружена фабрика кухни. Александр Хинштейн в ходе осмотра здания отметил, что все работы выполняют по графику, а значит, долгожданное открытие филиала Третьяковской галереи совсем скоро позволит поднять уровень культурной жизни в городе на новую ступень. Один из главных замыслов
это сделать так, чтобы наша Самарская Третьяковка была центром культуры, центром просветительским, центром образовательным. Кружки, лектории, и резиденция для молодых художников, и работа с детьми, и все, что с этим связано, здесь все это будет в полном объеме представлено. Мы сегодня находимся на пороге действительно коренных преобразований. Во второй половине августа в здание переедет администрация самарского филиала Третьяковки и начнет подготовку к первой выставке под названием «На вкус и цвет». В Самару привезут работы знаменитых художников, которые связаны с темой еды. Планируется, что осенью самарцы увидят такие полотна, как «Девочка с персиками» Серова и «Охотники на привале» Перова, а также другие шедевры рубежа 19 и 20 веков. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также провел осмотр здания бывшего кинотеатра «Россия». За счет средств федерального бюджета здесь будет проведена реконструкция. Парламентарий встретился с жителями близлежащих домов, чтобы обсудить детали будущего обновления здания. Тему продолжат наши корреспонденты. В Самаре ведутся подготовительные работы у здания бывшего кинотеатра России. Уже к концу 2024 года после масштабной реконструкции здесь откроется молодежный театр. По проекту в России будет два пристроя. В будущем театре разместят большой зрительный зал на 218 мест. Оборудуют современную высокотехнологичную сцену, выставочное пространство, холлы и буфеты. Сейчас территория вокруг здания обнесена забором. Рабочие расчистили место для обновления локации, демонтировали детскую площадку, убрали аварийные зеленые насаждения и столбы освещения, которые не предусмотрены в новом проекте. Занять пришлось и часть парковочных мест. Максим Макаров, житель дома номер 13 по улице Чернореченской, рассказывает, что к работам приступили на прошлой неделе. Главная проблема, что нас никто не хотел слышать, в принципе, жильцов, потому что многие жильцы обращались к представителям застройщика, представителям охраны, и никто им, в принципе, ничего не мог объяснить. Обсудить с жителями неудобства, связанные со строительством нового объекта культуры, решили депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, представители Департамента градостроительства городского округа Самара, администрация железнодорожного внутригородского района и подрядной организации. По словам руководителя Департамента градостроительства Василия Чернова, строительство всегда сопряжено с неудобствами, но, тем не менее, в ходе встречи представителей власти, строителей и жильцов удалось достичь ряда компромиссов между сторонами. У жителей существовали парковочные места. На данный момент они попадают в территорию строительной площадки, но также сейчас в процессе разговора с жителями мы парковочные места им оставим, приведем в соответствие территорию, прилегающую к зданию. Подрядчик взял на себя обязательство установки дополнительной детской площадки на территории, прилегающей к театру. После встречи с гражданами депутат Госдумы Александр Хинштейн провел осмотр самого здания кинотеатра «Россия», где полным ходом ведутся подготовительные к реконструкции работы. Всегда нужно искать компромиссы, потому что это делается не для галочки, и мы реконструируем кинотеатр не для отчетов и не для красивых фотографий в соцсетях. Мы это делаем для людей, для жителей, и они должны это чувствовать и не воспринимать как в качестве какого-то негатива для себя. Пришли, воткнули, начали стучать, строить. Мне кажется, что люди все сегодня в ходе разговора это поняли. И я рад тому, что напряжение, очевидно существовавшее, оно снято. По проекту благоустраиваться будет и территория вокруг театра. Кроме этого, бульвар по улице Чернореченской, где находится здание реконструируемого театра, в этом году занял второе место в голосовании за благоустройство по федеральной программе «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже в следующем году театр и близлежащие территории преобразятся. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События. Далее о других событиях этого дня. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил ввести штрафы до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Сообщается, что за призывы к насильственным действиям в отношении животных нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей с конфискацией животного, либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца. За изготовление и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение, предлагают ввести штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для частных лиц, от 15 до 25 тысяч для должностных лиц и от 20 тысяч рублей до 100 тысяч для юридических лиц. Рособорнадзор начал прием предложений по улучшению ЕГЭ. Отмечается, что в ведомстве рассматривают все поступившие предложения. Самые интересные из них вносятся на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. Это происходит после того, как завершается основной период единого государственного экзамена. По итогам каждой кампании ЕГЭ собираются все замечания и предложения, поступившие от учеников и их родителей.
Самаре в связи с реконструкцией теплотрассы в районе дома номер 119 по улице Вольской с 9.00 7 июля до 5.00 10 июля будет закрыто движение на участке от проспекта Кирова до улицы Вольской. В указанный период движение троллейбусов 7 и 15 будет организовано по временной схеме. Движение троллейбусов номер 7 в направлении остановки общественного транспорта «Завод Металлург» будет осуществляться по улице Вольской, проспекту Кирова, улице Старозагора, Ремесленному переулку и далее по маршруту. Движение троллейбусов номер 15 от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» будет осуществляться по трассе троллейбусного маршрута номер 4. Горожан просят с пониманием отнестись к работам, которые ведутся в рамках подготовки к будущему отопительному сезону, и заблаговременно планировать свои поездки. В Самаре подозреваемого в жестоком убийстве девушки заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Самарской области. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, говорится в сообщении. Напомним, 3 июля на одной из улиц в Самарском районе было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту, Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело. Через некоторое время в другой части города был обнаружен автомобиль, принадлежавший погибшей. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Республики Татарстан. Сайт и мобильное приложение российских железных дорог подверглись массированным хакерским атакам. Об этом сообщили в телеграм-канале компании. Ее сотрудники извинились за принесенные неудобства и заверили, что стараются как можно быстрее восстановить работу своих интернет-ресурсов. Сейчас билеты можно приобрести в кассах, на станциях и вокзалах. Они работают в штатном режиме. В Ростовской области завершили расследование уголовного дела по обвинению в похищении детей и их продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в 2021 году двое жителей Ростовской области и один житель Воронежской области похищали детей у многодетных женщин, которые находились в трудном финансовом положении. Следуя плану, обвиняемые убеждали женщин, что детей необходимо на время передать сотрудникам органов опеки. И заставляли подписать документы для придания законности своей преступной деятельности. Таким образом, удалось похитить 10-месячного ребенка и 2 мальчиков, 3 и 7 лет. Впоследствии детей продали в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. Уголовное дело направлено в суд, дети возвращены родителям. В целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети и уменьшения количества заторов на улице Молодогвардейской на участке от Вилоновской до Маяковского планируют ввести ограничение парковки. Об этом сообщили в администрации Самары. В связи с действующими ограничениями движения транспорта в историческом центре города реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, уточнили в администрации. Ограничение парковки на участке Молодогвардейской от Ульяновской до Маяковского планируют ввести с 1 августа. Классическая окрошка – традиционное блюдо с жарким летом. Ее готовят на квасе, кефире и даже на минеральной воде. Какой вариант предпочитают самарцы и как приготовить самую вкусную, а главное полезную, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Я заправляю окрошку квасом, потому что так вкуснее. Бабушка делала и на кефире, и кто делает на минералке. Ну, нам больше нравится так. Я люблю с айраном. Потому что, ну, такой кисленький. А еще пробовала вкусное с минеральной водой. Ну, квасом это уже как традиционное. Обычно квасом заправляют, но я люблю с кислым молочным продуктом окрошку и с луком. Ну, она более утоляет жажду, более пить после нее не хочется. Я люблю заправлять кефиром и минералкой. Мне очень нравится, потому что освежает это сочетание. А мне больше нравится с квасом. Еще есть в нашей области, вот в Кинельском районе, квас с хреном. Очень вкусно. Вот мы заправляем ей тоже. Очень вкусно. Я окрошку заправляю сметаной, потому что более яркий вкус, потому что он более липкий, чем майонез. На квасе, кефире или минеральной воде. Блюда, которые подают исключительно холодным, сейчас на расхват. Летом салаты, щедро заправленные майонезом, теряют свою актуальность. Они слишком тяжело усваиваются и к тому же в жару могут легко испортиться. А вот прохладный летний суп, как говорится, то, что доктор прописал. История происхождения блюда уходит корнями в далекое прошлое. По одной из версий, первыми готовить окрошку в России стали поволжские бурлаки. Чтобы разнообразить свой привычный рацион, а заодно и освежиться, они смешали сушеную воблу и квас. Позже в блюдо стали добавлять и овощи. Состав окрошки зависел от регионов и фантазии. Впрочем, как и сейчас. Узнаем, как приготовить самую вкусную. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Для приготовления блюда понадобится куриное яйцо, свежий огурец, редиска, зелень и отварная говядина. Берем мы мясо обезжиренное, соответственно, потому что у нас заправка холодная, либо квас, минералка, айран, там на ваш выбор. Ингредиенты нарезаем мелким кубиком. Важно, чтобы кусочки были одного размера. Редиску лучше натереть или использовать для украшения. А для того, чтобы нарезать зелень, нужно знать маленький секрет. Берем зеленый лук и обязательно его нужно посолить, немного размять, чтобы он отдал свой сок в окрошку. Аналогично рубим и петрушку. На очереди заправка. Сегодня мы будем заправлять окрошку квасом на черном хлебе, как это делали в Древней Руси. Этот напиток придает блюду сбалансированный вкус кислоты и сладости. А чтобы сделать его более насыщенным, добавляем сметану, сливочный хрен и горчицу. Солим, перчим по вкусу и все тщательно перемешиваем. В данном случае я использую кондитерское кольцо для подачи. Готовое блюдо украшаем редиской и микрозеленью. По словам специалистов, во время его приготовления лучше совсем отказаться от колбасы. По утверждению медиков, частое употребление обработанного мяса является фактором риска развития рака кишечника. Если мы будем говорить про мясные продукты, ингредиенты, которые добавляются в окрошку, то, конечно же, стоит делать выбор именно на мясо птицы, мясо говядины. Мясо свинины не рекомендуется людям, страдающим ожирением, потому что там очень много насыщенных жиров. Окрошка в основном состоит из овощей, поэтому это блюдо, безусловно, можно считать полезным для организма. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учебный центр муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. В телеграм-канале городской администрации рассказывают, что после успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамвае и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам 309-95-35 и 309-95-91. На территории городского округа Самара более 40 действующих фонтанов, напоминают в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. Самый старинный расположен в Струковском саду и был создан еще до революции. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на специализированные организации. В период работы очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Категорически запрещается использовать фонтаны для купания в хозяйственно-бытовых нуждах, бросать мусор, загрязнять химическими, моющими и другими веществами. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки дают полезные рекомендации в случае отказа банков в выдаче денежных средств со счетов, открытых на имя детей, подопечных, без разрешения органов опеки. В обязательном порядке банк требует разрешения органа опеки. Существует простой выход из ситуации – открытие номинального счета в банке на родителей для снятия денежных средств без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии, по инвалидности либо потере кормильца, пособия. Другие средства, выплачиваемые на содержание подопечных. Средства, зачисленные на номинальный счет, расходуются родителями без разрешения органов опеки и попечительства. Основание пункт 1 статьи 37 Гражданского кодекса России. Какие объекты культуры в Самаре можно посетить по Пушкинской карте, рассказывают в телеграм-канале промышленного района. Музей имени Алабина, музей Модерна, дом-музей Ленина, дом-музей Фрунзе, исторический парк «Россия. Моя история». Во всех музеях можно заказать экскурсию по Пушкинской карте для организованной группы. Посетить выставку или мероприятие по Пушкинской карте может только владелец карты. С собой нужно принести удостоверение личности. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи!